Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам о таком вот продукте. Это аспирин. Аспирин от тайского производителя Тамджей. Торговая марка Тамджей. Здесь находится 100 пакетиков. Ну, естественно, приобретать вы можете такое количество, какое вам необходимо в аптеках. Вот по 20 штук идет расфасовочка. Каждый пакетик выглядит следующим образом. Ну, как у нас, не знаю, с чем это сравнить. В самолете соль, перец в разовой упаковке. Вот это точно так же. Здесь находится 65 миллиграмм аспирина. Разводится это в воде. Аспирин не шипучий, но вполне хорошо растворяется. Что же это такое? Это аспирин в виде порошка для снятия головной, зубной боли, мышечной боли, боли внизу живота и при различных показаниях, в том числе и при женских периодических болях, для снижения температуры и при простуде, при гриппе. Произведено это, как я уже сказала, в Таиланде. К сожалению, почему-то не во всех аптеках продается такой аспирин. Ну, приходится иногда походить по нескольким заведениям, чтобы найти его. Применяется по одному пакетику 3-4 раза в день, ну, в зависимости от показаний. Этот порошок прекраснейшим образом снимает и спазмы, и боль. Еще раз говорю, боль самого различного происхождения, потому что приходилось пользоваться прямо на месте, когда вот у мужа почему-то, не знаю, что он там стал слаб на уши, но от кондиционера сейчас почему-то очень часто какие-то процессы в ушах происходят, а это и боль, и иногда и температура повышается. Так вот, принятие аспирина как раз снимает все вот эти симптомы, и достаточно быстро все это происходит. Дома мы его используем при простудных заболеваниях, тоже на ближайших родственниках показало то, что оптимально, наверное, какое тут слово-то лучше подобрать, оптимальное такое воздействие на организм, ну, хорошая очень помощь для решения подобного рода проблем. Так что еще одно знакомство состоялась для тех, кому необходимы подобные знакомства с тайской продукцией. Думаю, что если вы будете использовать данный продукт, то будете вполне удовлетворены. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.